кулак выпал, да? У меня 4 ведер. КЦ. Сколько еще осколков? Забирайте воин, охотник, шаман. С вами Мирона идем вроде. Один жрец, черный книжник, башку забирайте скорее. Фотону отдам. Куда портоваться? Провал безумия, по-моему, да? Искра воображения. Искра. Искра воображения. Будем пожарника пробовать. Легко. Давай. Давай, попробуем. С Макгрегором усвоенным. Че, я плохой танк? Да нет, ты не умираешь. Шеферный. Не, ну на полном серьезе, будем пожарника пробовать или нет? Потому что в худшем случае у нас одна попытка, короче. Надо, смотри, я в десятке разбагиваю как. Короче, сейчас убьем трэш вот этот, да? Если у кого-то хоть у одного будет бой, перераспустить рейд, пересобрать и зайти, и боя ни у кого не будет. И будет он резаться всегда. Пробовали в десятке, у нас, ну, не помогло. Боя ни на ком не было, мы спулили босса, и в итоге он, короче, багнулся. Да там в любом случае репается. У нас помогало. Кто-то наебал у вас, бой был у кого-то. Потому что мы так делали, он резается всегда. Блин, не знаю, я еще недостаточно отдохнул. Если сейчас забагается пожарник, придется рейд собирать целка, я еще не отдохнул. Так что давайте что-то делать, чтобы не забагать. Так, стойте. Не, вот не агрите, трэш, не надо, подожди. Давайте тогда 3 хила. Так. Сука, сейчас бой повесится. Ну нахуя, долбоеб? Че ты хотел? Ну спешно, нахрена нам тут 4-5 хилов? О, бой не висит. Подождите, не агрите, трэш. Кори, давайте на всякий случай сделаем. На котике бой. Висит бой на коте. Так, смотри, Мисао, есть ДД-спек? Мисао. А если его кикнуть? Альпыч, спек ШП. Ты можешь ретрика спекнуться, они в 2 хила захилят. Спекни туда типку в ДЦ, тогда будет гораздо проще здесь. Да Мисао ДЦ нахера. Короче, смотрите, 3 хила будет. Калк, Кватербол и Мисао. Вы захилите втроем, по-любому, просто инфасотка. Дай бог не захилить. Так мы на пожарника идем, нет? Нет, просто лайт режим делаем. А, танк, если лайт, то надо Макгрегор. Хотя ты Макгрегор один затанчишь. Ты чё, будешь? Какой лайт режим? Давайте пожарника сделаем. Давайте, я тоже за пожарника. Верион, если мы не сделаем один КГП, тебе нам приста. Не, в смысле, а чего вы так не хотите, а чего-то делать? Так и сделаем, может, этого репати на всякий. Да, я за репати, потому что он разбагается. Надо сейчас скидывать бой и менять половину. Если мы делаем пожарника, надо делать репати. Да. Ну делайте речь, ну, хули, блядь. Делай быстрее, ждете, уже будет все сделать. Ливайте все быстрее, нахуй. Минута, блядь, и мы на кладбище плюсанем все и все. Да не, этим рядом можно бить пожарного, но не. А хули заливают, все? На расход? Да. Забагался. Натуре расход. Забагался этот. Репати делаем. Сейчас будем траить пожарного. Пытаться. Забагался этот, его ксерон, заходи в РС. Надо хилов побольше, а не 3 хила, 4 хилов 5, наверное. Нет, 4 достаточно, но чтобы ДЦ был. Ну, короче, я за 5. Но я не уверен в Макгрегоре. Я затанчу, блядь. Я вообще не уверен, если честно. Я затанчу. Хорошо, отлично, пожар. У меня самого пожарного нет, я бы хотел сделать, но я не хочу, чтобы багался рейд.
ничего не забагается, он лестится нормально. До сказки все нахуй. Так а что делать будем? Кто на кладбище, плюсуйте, либо в гичат пересобираем рейд и погнали. Разве репати помогает? Да. Не, не помогает. Сейчас узнаем. Да я делал уже десятки пожарников. Да я понял, как ты делал. Я видел, делал нормально. Мне этот дисбалансирующий удар не получал, а творим, а не падал, да? Нет. Это я понял уже. Это баг какой-то, пизду, это творим. Ну, называется досадное недоразумение. Я тогда заполнил. На ШП заходить, да? Здесь там еще люди не Еще не все вылетели. Там еще кто-то ФК стоял. Да там с поля у босса кто-то не забагал. Все. Спасибо за это. Кто еще плюсуйте в гичат? Кого не взял? Шамана, возьми у меня мут. Вотербол. Ну вот, на Рексис он летаем в ударе еще дрочит. Прикинь, они сейчас просто в ВК ушли и ни репати не сделали. Так и тебе надо было покикать всех. Ну, вообще-то ничего страшного, там на Рексисе я был в пати, и я распустил. Я просто смотрю, там два типа в ударе до сих пор. Все. К сожалению. Жопа пригорает, да? Как ты сказал, все пускает? Я 5 хилов сразу, чтобы не дрочиться. А зачем здесь 5 хилов? Ну, чтобы не упасть, потому что, блядь, попадают маги, вот эти вот 4 охуенных дамагера, 20к дпс попадают. Надо их хилить на каждом, чтобы было 2 омоложения и 2 восстановления, блядь. По щитку с ДЦ, блядь, тогда заебись будет. ДЦР, Друэр, Шам, Хэпал, топ состав хилов. Четырёх хватит. Нахера вам пятый хил? Нужен ДПС здесь. Джерионов хила, блядь. Пятый хил не спасет от того, что от обстрела не спасет пятый хил, не спасет от шока удара. Больше здесь ничего захиливать не надо. Так не спасет. Четыре хила захилят АОЕ дамаг и так. Думайте головой. Ну обстрел, допустим, не будет, блядь. На третий-то он будет по-любому. На четвертый. Ну, пятый хил поможет при обстреле? Нет. Пятый хил спасет даунов в огне. Это, когда у Геру запускаешь у частей тела ХП больше или что такое? Да, там написано, даже прочитаю сейчас. Где написано? Ну, на боссе самом. Когда активируешь ХМ режим, у него там пишется плюс 25%, по-моему, ХП, что ли. Так, Олег, подожди, я могу перезайти на ШП, либо на СУ. Зачем ты попал? Чё ты меня спрашиваешь? Ты РЛ делай, что хочешь. Заходи на кого хочешь. Ну как лучше сделать? Захилить или нет? Калка захилить? Лучше, чтобы ты каждый раз проговаривал все четко и не отвлекался там и дамажил нормально. Забей, я захилил, забей. Так, хвалит трен? Так. Ну заходи на, ну заходи на ШП, а Джерион, ты спекнись в ВРД до этого милика, потому что калк там хилит. Ну я понимаю, а калк у тебя есть эретрик? А, ну тогда спекайся. Да. Езил от суки, у тебя есть ДД? Так я сейчас ДД. Боссов нет. Парни, а есть у вас жест? Слушай, нас было 24, сейчас 23. Кто еще один потерялся? Там потерялся. Лоб еще какой-то был. Ну лоб да.
Не, он ливнул, да, точно. Нет, он офнулся, я его посчитал. Офнулся до... Короче, просто даже не заходил в уйду. Так Пейпер сейчас не вреден. Ну, еще один человек. 25 было же. Охотно. Можно слетать, посмотреть, кто на кладбище, и ты поймешь. Нет, такого это нереально. Охотно. Еще такой момент. Еще такой момент. Да, я его посчитал просто. Ладно, забейте. Сейчас где лучше всего бафаться и там и так далее? А в комнате у Мимирона или в начале инста? Какая разница? Мы сейчас без... Какая разница, где бой вешает моб? Сейчас боя ни у кого нет. Ха-ха. У нас вообще миликов нет. Вара нету даже. Мелики не нужны. Вот вроде коинджик. Ну, кот и два. Да, вот так. Я у тебя там гонки, брат. А, да, ты. Три ретрика, блядь. На тебе, Рэлла. Олег, ты затанчишь соло-босса? Макгрегор на трэше посидит. Или чё? Кахай. Там легко затанчить. Пойдем, да? Пороги, блядь, всё заебись. Добираем еще кого-то или рассказывай, начинаем? С некого добирать уже. Все, пойдемте туда. Кнопки, только босса не агрите, не пульте. Я буду забирать бар. Че, кто в ДД будет? Макгрегор или я? Че делать вообще? В смысле в ДД? Ты как? Бала, ты танчишь в бое в мишке. Ты танчишь. А Макгрегор тоже танчит. А он будет весь трэш ненужный. Да, он будет весь ненужный трэш собирать. Короче, смотрите, ребята. На первой фазе будем двигаться следующим образом. Так, шапошки набирайте максимальный рейндж и двигайтесь влево. То есть вот так вот пойдем. Ну, все как обычно, когда мы пожарника траем. На первой фазе босс случайного игрока будет кидать пламя. Пламя после того, как оно разольется, оно движется. Поэтому вы будете все четко по моей команде смещаться влево. Я сказал, выдвинулись, я сказал, выдвинулись. Смотрите, делаем пожарника. Смысл в том, что на всех четырех фазах в рандомного игрока, как и в РС, кидается пламя. Наша задача его на каждой фазе очень грамотно разливать. На второй фазе будем весь огонь лить под босса. Вот видите внутренний кружочек? Вот на второй фазе все будем находиться недалеко от него. Смысл второй фазы примерно тот же самый, что и на Тореме, с большими метками. По моей команде вы выбегаете из внутреннего кружка, по моей команде сбегаетесь во внутренний кружочек. Все, третья фаза, там башка. Все РДДшки играют в нее, двигаемся также за одной меткой, очень грамотно огонь разливаем. В пламени не стоять, это тоже очень важно. Маги там выносите на панель. Как это? Щит. Забыл, который огонь-то абсорбит. Ну, вы поняли. Далее, так. Все прыжимки, копии магии тоже, это очень важно, вы оставляете на вторую фазу. Теперь смотрите, поймите еще, что я хочу сказать. Вот, иди сюда, два танка, идите. Войт и Макгрегор. Будем начинать, короче, вот от этой метки. По моей команде весь рейд побежит влево. Смотрите, шипешки вы набираете максимальный рейндж. Вот примерно тут у стенки стоите. Это мы делаем для того, чтобы весь рейд в огне не стоял и урона много по вам не проходило. Маги максимальный, короче, рейндж от босса тоже набираете. И двигаемся вот так вот влево. Как, короче, стрелка на часах большая. Босс у нас постоянно в центре, а мы вот так вот влево всем рейдом смещаемся. Вот вперед, это тоже очень важно, никто не забегает. То есть находитесь недалеко от синей метки. Демоны тут, вот вы примерно где-то бегаете, да? Там рейндж сколько вам позволяет. Ой. Так, что еще непонятно по бафам? Так, АСС, интерлюд. На кого СС взять? Я дал халипала. Все, отлично, он летаем. Кому-то дал? Все, отлично. Так, на первой фазе, короче, все на пулы даем на войда. Давайте, готовность, Олег, слышишь? По моей команде нажмешь на кнопку, а ты, Войд, нажмешь на босса таунт. Все сейчас в метку, ребята, подходите. Синий квадрат.
можете, даже нужно фласки на СПД пить. Сейчас стоим в метке, Олег на кнопку по моей команде нажмет, и мы сразу по моей команде влево сместимся, и набирайте раньше. Давай, Олег, ты тут? Подтверждай. А Дживс есть? Олег. Без понятия. Смотрите, до четвертой фазы... А, еще на второй фазе, ребята, тоже такой момент. Хилам ни в коем случае в центре вообще никогда нельзя стоять. Иначе там повешается дебаф, который на 200% увеличивает каст. Все хилы будут стоять... Блять, на кого повесить-то? Мне рейд надо будет вводить. Так, ладно, в синем квадратике будете все хилы стоять. Слышите меня внимательно? Вот, ну, вот примерно вот тут вот. А, точно. Банановая. Олег, ты тут? Банановая. Короче, банановая, смотри, Жека, твоя задача на второй фазе во внутреннем кружочке не стоять. Ты всех хилов вводишь, понял? За спину там забегаешь и так далее. Главное, во внутреннем кружке не стой. Вот тут вот где-нибудь бегай по окружности. Так, что еще не сказал? Взят. А, на четвертой фазе, на четвертой. Олег, подходи. На четвертой фазе, смотрите, вся третья группа, это Magic, Real Pride, Суслятина, Сторожил, Альпыч. Вы бьете башку. Весь остальной рейд играет в тело. Милики там играете массой ШП, дотаете тело и низ. Башку не трогаете вообще. У тела очень много ХП. По-моему, в полтора или в два раза больше, чем у остальных частей. Поэтому вы играете в тело и плюс еще используете массы. Так, Олег, подходи, будем начинать. Олегас. Так, гимн на ХП, Deadmind, тут, если что, ты первый читаешь. Гимн на ману, Альпыч, ты первый. Waterball там поставишь, что там по моей команде. ВРК вообще, посмотри, нет. Походу вылетел. Ну кикни, давай начнем так, пока. Он тут. Короче, ребята, на первой фазе еще будет шоковый удар. Всем миликам надо будет от него отбежать. Все танки бегут на синий квадрат. Вы бежите на рейд всегда, милики, поняли? Вы бежите на рейд. Не от рейда, а на рейд. В первой фазе надо будет стопнуть урон. Мы ждем, короче, каст подавления пламени. И примерно на середине этого каста уже начинаем босса добивать. Смотри, Войд и Макгрегор. Кто из вас будет танчить, вы все дефобилки прожмете. Все хилы будут хилить только моментальными хилками. Это когда будем добивать уже босса, я скажу. Иначе вы так танка не захилите, он подохнет. Так, это поняли, да? Сколько этой инфины не нужно, это пиздец. Синий так, Олег, давай, все в метке стоим. Блин, Олег. Тут Слава, кнопку. Слава, подходи к Мимирону. Олег, готовься на кнопку жать. Давайте на счет 3. Или Джерри нажмешь. Давай, раз, два, три. Все, стоим тут. Побежали влево, побежали, не стоим там. Все отлично. Кто умеет пламя кайтите? Тибос. Ну не рассасывайтесь. Его тирай. Влево сместились. Пламени не стоим, очень важно. Отбежали, отбежали милики в рейд. Кинулись влево, побежали, побежали от огня. Захиливайте Славу. Пламени не стоим. Вперед никто не забегает. В 10% стопаем урон. Торьтесь. Надо было влево отбежать. 3 секунды. 3 секунды. Так, побежали влево. В пламени не стоим. Стоп урон. Не бейте. Не бейте босса. Стоим, ждем. Босса никто не бьет. Вот, добивайте босса. Прожимай все дефобилки и хилим моменталками. Хилим моменталками. В синий квадрат, ребята. Побежали скорее. В синий квадратик. Стоим вот тут вот все. Стрим вот туда, к другому столбу. Давайте, побежали вправо, уходим оттуда. Стоим тут. Ждем 20 секунд. Кто умеет, пламя кайтит.
бегаем. Через 10 секунд побежим в центр. Давайте сюда. Вот тут вот разольем. Тут тут места очень много. Бежим сейчас назад по моей команде. В центр. Давайте, побежали, побежали, побежали. Не стоим на месте, побежали. В центр встаем. ТТМ в центр, шаман ставь. Кто умеет пламя, кайтите там шипешки. И сейчас даем максимально брусты. Хилы в кружочке. Все хилы в кружке. В кружке, в кружке. Все хилы. Да, находимся под боссом. Находимся под боссом. Пламя разольется. Сейчас. Сейчас пламя. Вот ходим в синий квадрат. Синий квадрат, ребята. В синий квадратик все. Бежали, бежали. Стоим тут. Диварей. Лол. Под босса, под босса. Могу поднять кого-то, Мишка. Жди. Босса. Я сам стану еще. Мэджика поднять? Быстрее говори. Да-да, поднимай, поднимай. Спину за спину. Спину. Давай, ты за спину. Сюда обстрела подними. Блять, вы чё, слепые? Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Подниму гаттербол. Выбежали, выбежали. Выбежали из огня, не стоим. В огне не стоим. Гаттербола поднимаю. Бежали из центра. Сейчас, сейчас потушит под босса уйдем. Тушит под босса уйдем. Ждите, ждите. Им пока тут. Все, под босса. Убивайте. Давайте. Еще одна бомбочка. Давайте в синий квадрат. Все. Отбежали в синий квадрат, ребят. Очень хорошо. Пламя разлилось. Надо порезать. В синий квадрат. В пламени не стоим. Башка вылезет, все играем в башку. Дайте гимн, кстати, что там пустим. Башку. Че, Альпыч, Альпыч, гимн на ману. Ставь тотем. Еще два тела. Сейчас. Все стоим в метке и двигаемся. Поднимите их. 4 бомбы. Сейчас надо резать кого-нибудь, я рейд вожу. Резать кого-нибудь, я рейд вожу, только говорите, кто резал. Поднял интерлюд. Вместились. Я подниму байджика, я далеко, подожди. Синий квадратик. Кстати, сигнал их бьем, вот этих убиваем, 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 переключили из них. Ботов не рейда. Сигнального убью. Не бейте тех, которые пожар тушат. Когда бежали, рядом с рейдом надо. Квадратик. Давайте побежали, побежали, на месте не стоим. Сейчас пламя разольется, убегаем оттуда. Играйте в башку, играйте в башку. Все, стоим тут нормально. Открываем сигнальных, которые в рейд идут. Вот вне рейда отбежали. Бейте башку. Давайте. Ребята, у нас тут место есть. Давайте в синий квадратик. Под босса. Бомбота, сыграйте, помогите мне. Да. Весь страж залить, который вот тут вот с нами. Стоим все в синем квадратике. Не квадрат, бейте тех, которые тушат пожар, не бейте. Это квадрат, ребят, синий квадрат. Все, побежали, выбежали с огня. Выбежали, выбежали. Доливайте трэш этот штурмового. Значит, в центре, пока в центре. Держишь его там. По моей команде поведешь в синий квадратик. Все, третья пати в башку, а остальные в тело. Давай, рост. Эти босса. Тут синий квадрат, ребята. Блять, хуёво, очень синий квадрат, там, там бомба ледяная. Хиливый рейд, и под босса пойдем. Веди, где ледяная бомба была, веди туда, срочно. Метка, бежали, красная метка, отбежали. Ходим, ходим в синий квадрат, ребята. Все выбираем центр, и сейчас от обстрела надо будет за спину спрятаться. Все тыкаем на центр. И стоим, дамажим. Ищем синий квадратик. Давайте, давайте за спину. За спину, за спину, за спину, за спину. Блять, это что такое? Визуальный баг, блять, не перебегайте. Стоим тут. Телу больше урон. Левым рейд. Скоро шок. А скоро надо будет от босса отбежать. Не сбейте, не сбейте. Там только в шоку отбежали. Бегите от шокова. Ебучий урод. Ну бы, сука. Бэры, давай.
играем вниз. Игра вниз. В тело, потом вниз, точнее. Давайте, давайте. В тело, в тело. Давайте тело добьем. Тело, тело, тело. Чтобы обстрела не было. Давайте тело. Красава, ёпт. Ебать, она уебать. Вы чё, пожарника сделали? Да. Не, с первого раза? Да, с первого. Ты меня просто опять зарганули. Никакой так. Это красавчики. Там в начале, когда мы первый раз сдохли, я там еще кто-то. Это от чего? Ты было? Вообще этого Диалина не ожидал. Ты не видишь, что ледяная бомба лежит? Я вообще про ледяную бомбу ничего не знал. Я знаю, Реснис, красная, пожалуйста. Порезу. Ладно. Ну, мне я удивился просто. Я так понял. Короче, что это такое? Синий большой шар. Позвольте седло, я сейчас разрулю. Давай. На второй фазе Мимирон кидает две метки, короче, грубо говоря. Ракетницы. Это красная метка. Две ракетницы, две метки на второй фазе. Ледяную бомбу. Такой большой голубой шарик, который наносит урон по определенной зоне и тушит огонь, если там он есть. Кстати, сейчас было две ледяных бомбы, потому что ДПС было меньше. Какой вывод? Да, я думаю, лучше стопать на второй фазе после обстрела и ждать ледяную бомбу, чтобы... Можно и так, по идее. Ну что, у нас вот вторая ледяная бомба на второй фазе, она прям вообще шикарно упала. Прям туда, куда надо. Куда это пошло? Тупо зарганули. Полреда не отбежала от красной метки, от шокового удара. Не сказал бы, что зарганули. Блядь, тяжеловато было. Хилы, кстати, молодцы. Так, сейчас обвалившаяся, по-моему, галерея, да? И налево. У нас Везекс. Короче, на обстреле был визуальный баг. Он просто повернулся, но стрелял в ту зону, откуда и начинал стрелять. Я пиздец испугался, отвечаю. Я стою в метке, он стреляет, и мне урона не наносится. Вот кто туда побежал, вернулся, побежал в ту зону, тот и поумирал. Нет, рейда. Хилки в это, ребят. Нет, рейда, сейчас кастанет больно будет. Блядь, гимн от хилдовин захиливай. Ватербол. Хильки вайда все. Вайда и Макгрегора. Суманите интерлюда, потом окей. И... Давай тогда сорнитого стража сделаем. Ты чем он нужен? Хардмод для дракона. Давайте. Отлично. Сколько там? 4 минуты, кажется. Пробуем, сделаем. Ханты и роги напыливайте на вайда. Хильте вайда. У вас там фул? Есть вроде места еще. Или каким-то РДД, РДД, желательно РДД. Шаманом желательно, я на лук изучу. Так, ребята, где у нас хант? Что-то не наблюдаю. На бу и тем. Нету ханта у нас, потому что... Где-то был вроде, или как ли это? Не. Просто в рейде сидел. Троллер на... А, вот пропал после репати, фотон. Так, РДД надо ШП, лок и или хант. Хантом заходи. Шаман нужен. А ты умеешь... Аж ты умеешь в комнате дамажить? Хантом в комнате? Не, вообще каким-то ДД. В комнате вообще был один раз всего то, что я там не сильно... Шарю. Суманития.
Пожалуйста. А ты сбежишь быстрее. Откуда, с Долорана? Ну да. Нам еще 6 пачек трэша чистить. Ну так лог же есть, поставьте шкаф, присмотрите. Сейчас, сейчас, сейчас. Придем на платформе. Или покурим. Ты стоп, подскажите, как в комнате дамажить, я буду заходить. Ты будешь в теме, спрашиваю? Да-да. Это тебе надо консультацию у Джерина, блядь. В отдельном канале. Так, идите все сюда, ребят, не спускайтесь здесь никто. Ставьте шкафчик. Смотрим сейчас. Вон ли, поставь шкаф. Ребят, почту можешь кто-то поставить? Тыкайте, смотрим, кого там не хватает. Начинать. Потом куда-нибудь еще пойдете? Так что, не суманули? Ссылка 25 гир. А РС куда, ебать? Кидай уже. Опоздал. У меня есть БДК, у меня есть сердру. Ты не умеешь играть в БДК. Ну да, но есть. Что есть? Затанчишь большого и этого хера? Да, только вот. Расскажите как. И гибнуть пока не надо. Так, Бетмайнка, Трисия и Джириан сейчас посмотрим. Ты там просто кидай ЛП и туда, и все. Затанчишь. Дэдмайнд, пришел с ума, нет? Да-да-да, спекайся в холли, калк, Мисау ДЦ, Гватербол, Ршам. Давай. Заливайте трэш, стойте в синий квадратик. Уэйт умирает. Дайте... Дед, сейчас Уэйт умрет. Дайте Макгрегора. Я же говорил, что он сдох. Это было предсказуемо. Не умирающий танк, умираем. Можно было каплю дать хотя бы. Дайте все имеры калку. Точечно Макгрегора. У меня один FPS, я это что-то представил просто. Надеюсь, ты прожался. Давайте, я верю в вас. Дайте имеры калку все хапалу, пятая группа. Подождите, пока не агрите. Срезаем их. Кого тебя присуманить? Идите на фон. Давайте идите все в синий квадратик. И стойте тут, ждите, пока танки приведут. Пристопов дал, дайте каску по войду. И кулак. Калк, хили его. Частицу на войда и хили Макгрегора. Танки ведите. Купа магом. Ты ночью до массы заливаем. Нам тут надо будет 5 хилов, минимум, я вам сразу говорю. Так. У кого хил есть? Присоните в рейд. Поле приста, а Альпич может в ДЦ. Так ДЦ уже есть. Два ДЦ не надо. Нет, я в поле приста, не САО. Вон у Трисси хапал и всё. Так, давайте тогда сейчас этот трэш дольем. Так и сделаем. Альпыч в ДЦ уйдет, а Мисау в Хаприста. Будет у нас Гетвербол, Калк, Хилы, Мисау, Альпыч. И Эрдру нужен какой-то. Или Саня, допустим, 3 все в Хапале будет. 4 хила за глаза хватит. Не уверен, мы же хэм режим делать будем. Санек, тряси, спекайся в хило. Глаза хватит и... Да-да-да, Саня, спекайся. Давайте все в квадратик, идите. Чекаю на АПК, сейчас объясню, что делать будем. Две метки.
пару минут отойду. Окей. Okay. Танк. Макгрегор, затанчишь босса или ты лагаешь? Не, тут нормально сейчас будет. Точно? Да. В общем. Хотя нахуй. Спекайся в ДД, Славик потанчит. Теперь давай, Жека, выходи на рейндж. Я называю ники, вы идете в метки. В кружочек идет Dead Minded, Apple Box, Wild Magic, Magic, Real Pride, Суслятина. Вы идете в кружочек все. Посмотрите, где кого ники сейчас назвал, вы идете ко мне. Идите, идите, выходите. Ну ладно, сейчас по танкам разберемся. Теперь в квадратик уходит Дуду Типка. Так, Альпыч, Старожила, Only Time, Манелтер. Вот все, кого я назвал, идут в синий квадратик. Теперь по хилам. Слушайте внимательно. Трися, Саня, ты будешь первый хилить, будешь стоять под боссом. Метку даю трусы. Так, Макгрегор, иди поближе к боссу. Перед лицом у него примерно встань. Я называю ники под босса. В метку выходят следующие игроки. Верно. Следующие игроки. Да, пока тут стоит. Он не сагрится, не бойся, главное, не тыкай ничего. Так, Трисия туда ушел. Нарексис, Джаспанк. Ну, короче, все милики, соответственно. Далее, кто у нас там остался, помогайте. Да за Ливину кому? Все мы еще остались. Ага. Так, за Ливин. А ты на ком у нас? Я что-то тебя не вижу. А, интерлюд. Ты идешь в синий квадратик. Ты в синий квадратик идешь. И оттуда дамажишь. Так, теперь по хилам. Саня, Трися, ты хилишь танка на протяжении всего боя. Так, тебя сменяет. Блять. Ему сменить. Ой, извиняюсь. Где? А, у нас хилы получаются. А, Трися же еще вот нашел. Сейчас, секунду, соображу. Вот, все, я понял. Давайте, Трисия и Мисао идут под босса. Трисия и Мисао. Первый хилит Трисия, у него мана, короче, садится у Трисии. Саня, ты озвучиваешь там все в РК. Мисао начинаешь потом хилить ты, примерно на 10%. Ты хилишь вторая. До этого ты просто стоишь под боссом, ничего не делаешь. Можешь вандом бить, можешь оружие покачать. Ты ждешь, короче, команды, пока Саня Трися скажет, типа, Мисао, начинай хилить. Все. Далее, Калк, иди сюда в кружочек. Калк, будешь по фреймам, кого достаешь, хилить с этого рейнджа. Так, Алпыч, иди в синий квадрат. Алпыч. Там уже. А, вижу. И квотербол, и иди в кружочек. Все, так. Ребята, кому что непонятно, спрашивайте. Сейчас еще по танкам смотрите. Можно уклоняться от стрел, да? Да, сейчас я еще, подождите, по танкам скажу кое-какой нюанс. Макгрегор, ты танчишь, короче, со Славика, скорее всего, сорвут, поэтому, Слава, спекайся в ДД. Шмот одевай там и так далее. Макгрегор, стойте тут все, сейчас я схожу, покажу человеку. Макгрегор, пойдем за мной. Как ты будешь начинать? Иди за мной, Макгрегор. Я шмот все это делаю. Если он лагает, я спекнулся. Нет. Ты, короче, начинаешь вот отсюда, ЛПшку тыкаешь. Твоя задача, чтобы босс остался на месте практически как он, так и стоит, понял? И затем, короче, подходишь ему в ноги во фрейм. Ну, как на ребре. Понял? Ага. Начинаешь с ЛП, там отдаешь фул агро и стоишь. Танчишь босса. Все косты, жгучее пламя сбить. Всплеск тьмы — это берса. На боссе, тебе надо прожаться. Да, знаю. Так, на протяжении всего трая. Так, Трися, вешай частицу на Макгрегора. На протяжении всего трая, ребята, это очень важно. Будете отбегать от стрел. от стрел. Делаем хэм режим. Так. С Алье не бить. Пары. Да, саранитовые пары, их никто не трогает, милики. Если у вас там саранитовые пары, то вы просто стоите, покашите, ничего не делаете. Тебя без масух тут? Да. Дайте, пожалуйста, ассиста возьму ханта. Смотрите, маги бомбу не обновляете, только широ кидаете. Маги копию, копии свои не юзаете.
звездопад совы убираете, мелики, бурю, рассекающий вихрь убираете, тупо играем, короче, точечно. Всегда, на протяжении всего трая. А с пула звездопад не? Не-не-не. Или не они появятся сразу? С пула ничего вообще не жмите, играйте точечно. Смотрите, ребята, с пула еще, короче, стоим, качаем ванды. Босс кинет копье, от копья отбежим, лужа фиолетовая разольется, туда заходим и начинаем уже полноценно бить. Вот такая вот тактика. А что ты взял, Ханта? Не подтверждает, короче. Ладно. Давайте чек на готовность. Все мелики, кто под боссом стоит, заходите в байда. Кстати, Славик, слышишь, я вообще ебанутый, я забыл совсем. Спекнись в танка, пожалуйста. И там будешь этого врага, короче, танчить. Держишь его там же, где и босс. Прям фрейм во фрейм. Да, спекайся в танка. И подходите все, кому я говорил, кто в мелизоне под боссом, прям в ноги ему вставайте, не бойтесь, он не согреется. Только не тыкайте ничего. На пулы скажи, на Макгрегора. Это на меня нападаешь. Танчит Макгрегор, все на пул отдаем в него. Так, Юр, братишка, ты тут, Вано? Кружок, а вы достаете до босса? Так стоите. Чуть-чуть поближе вот сюда встали. Все отлично. Тело с чек и погнали. Напоминаю, бьем только точечно. Таня, Трисия, говори, как там у тебя мана кончится. Так, все, у нас все готовы. Макгрегор, с ЛП начинай, милики пока не бьют. Ближе чуть подошли. Хватит, мои милики, поехали. Так, подойди, Мисао, во фрейм босса. Смотрим внимательно. Копье сейчас полетит. Квадратик, квадратик. Отбежали. Вернулись. Макгрегор хиль. Моя, моя пати. Отбегаем. Теперь забежали, ребята, и за агро следим, очень важно. Срывайте агро. Отбежали, моя. Сорнитовые пыры, сука, говорю, маги, не юзайте копии, ну короче, они убьют, скорее всего, сейчас, сорнитовые пыры. На метке я побежал. Побивать сорнитовые пыры, ГП. Меткой выбегаете прямо перпендикулярно. Хорошо, стопни. Нахиливайте рейд. Кто стопнуть? Прожилый Олег. Танюшка добить. Бежим, так, стоим, ждем, прожимайся, прожимайся. Побежали, побежали, ребята, побежали. Грегор, Винтерлюд. И тебя ваншотнуло, да? Не, он каст не сбил. Он каст не сбил. А каст не сбил? Давайте падайте. Падайте, чё? Будем учиться хэм-режим делать. Давайте каст. Давайте я зайду на танка. И все будет пиздато. Никто каст. Да, все нормально. Ну это не все нормально. Ты сбиваешь на. Ну, кастуется 2 секунды, ты сбиваешь на 1.7. Нормальные люди сбивают на 0.3. 0.1. Идете, ребят, падайте. Бля, я уже не знаю, как вы играете, но это жесть. Ты не видел эту иконку, когда босс кастует 2 секунды, жесть. Можно еще подрочить успеть. Да не, ну, бля, я не знаю. Как вы играете? Але. Хуй с ним, там вот две роги, блядь. Але. Кошмар. Да. Привези мне на баланс шаурмы, пожалуйста. Нет. Нету шаурмы. Привези ты мне пиццу. Пивко там. Планш 1870 года. Пивко, блядь. Винтер, закажи себе пиццу. Или не, фрагалина. Фрагалина будет лучше. Так, еще вспомнил, короче, смотрите. Метка безликого, по-моему, да, босса отхиливает. Да, она, по-моему, так называется. Маги,
паладины. Вы можете моментально скинуть, просто нажав глыбу. Так, портал, обвалившаяся галерея и налево вроде так. Если память не изменяет. Ну, паладинов не кинется, они все в мелизоне. Запоминайте проще, значит, метка безликого на кого кидается, вы выбегаете к выходу, откуда мы пришли, туда, к стенке, и стоите там, ждете. Кто может хилиться, точечно себя подхиливайте, шипы там, друиды. То есть вам тут главное выжить. Боги там, да, в мелизоне помогают косты сбивать. Все делаем сейчас точно так же. Нормально шли. Блин, там хоть вы напуливайте на БДК, то можно сорвать. Ну следите тоже за угрозой своим. На 60% уже стопайте. Блин, у меня нет этой штуки ломана. Давай я тебе подскажу, вот в интерфейсе есть замечательная вкладочка, она там стандартная. Агро показывает на боссе. Самонет, пожалуйста. Да, сама. Короче, по урон по этим попарам только упала Езил Вацукин. Не бей там. Чем ты его там ударил? Божественной горой, скорее всего. Печать уже сработала. Блин, у меня не порча просто. Сорян, не порча остальная. Смотрите, ваши проблемы, короче, если пары умирают, мы падаем, будем учиться хм-режим делать, и кто пары бил, всем начисляем ГП. Ну, я думаю, так доходчивее будет. Так, стражил, то есть, что-то я... Стражил даже... мне не показывает, что у него был урон по парам. Не-не, я видел, у тебя били копии, да, я же сказал, ребят, копии, маги не юзаете, бомбы не юзаете, просто точечно играете, и все, шарами и глыбой. Звездопад так, может Бэтмен. Подойти к парам и звездопад захуяй. Да, можно, в принципе. Почему нет? Блять, это я вспомнил этого приста, этого злого, который мы делали отчего над мозг атакует, там мне надо было мины не взрывать. Он в РК говорит, сейчас, ребята, я повзрываю, юзая точки не взрывать сеть. Да. Я по урон не пройдет по нему, типа. Давайте на бафы чекаю и будем начинать. Встаем точно так же, как и до этого стояли. Давайте расходимся, ребят. Интерлюд, Apple Box, Макгрегор, что не хватает. Лак. Есть. Сходите, подходите под босса. Кто под боссом стоял, подходите. Не стесняйтесь, в ноги ему вставайте. Грегор туда на исходку. Кто там в мелизоне стоит, мы бьем его как ребро в целка. Тут ничего нового нет. Так. Ну чё? Это Макгрегор готов? Да. Давай, ОП, и поехали. Смотрим сейчас. ХП будет? Давайте, я молчу, вы играете. Я пати. Бежал. Моя патч. Так, стоп. Что? Опа, да. У меня показывает 59%. За 6. Так, опять моя патч. Ну, Сал, готовься, скоро хилить будешь. Побежали. 110. Бля, а чем мне говорит стопать? У меня пишет 42. Кто-то ответил. Берса, прижимайся, Макгрегор. Другая апатия побежала. Босса сливаем до 12% в миликах, пары. Кто-то отлетел. Да похуй. Стоим, ждем. Моя апатия побежала. Это безликого, выбегаешь далеко от рейда. Подхиливаешь себя по пути. Мисау хиль.
по агро. Через 20 для метку. Блин, мне 54 показывает. Моя пати, моя пати. Мисал, хилишь ты. Что делать, у Мисал тоже мана скоро сядет. Ну ладно, попробуем. Атка безликого, там надо до типки. У меня фул ману, побивайте босса. Побивайте босса. И еще опять до типка. Побежала другая пати. Все, не бейте, не бейте, не бейте, ребят. Не, стопать, стоп, 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 стоп. Че минуту нам ждать? Чего нельзя там бить на 100 тысяч слить, а потом добить? Берса, прожимайся, берса, прожимайся. Каза сбить, другая пати побежала. Отзовите пэтов. Так, Мисал, ты хилишь. Сейчас. У кого мана есть у тилов? Моя пати побежала. Утерболы есть, я могу зайти туда и хилить. Давай, в мелизону заходи и хили. Мисал, выходи сюда, что в синий квадрат. Так, вот. Утягивание жизни, Юр побежал. Так, Мисал, все, и стой в этой тучке и хиль нас. Еще 20 секунд. Другая пати побежала. 15 секунд стоим. 5 моя пати побежала. Угу, забежали. Все так идем, отлично. Сейчас вылазит, короче, лох, даем рост и заргаем его. Сразу не вбивайтесь. Можно использовать массы, когда вылезет этот. Мы тебя не жизнь. Побежали. Моя пати опять, побежали. Бьем? Сейчас подожди, подожди, вылезет он. Вот, все, бейте. Бьем все врага, от копья отбегаете, они ваншоту побежали. Подожди, пока рано. Сейчас встанем в лужу. Давайте в лужу встаем. Играем во врага. Давай, рост. Бегайте, отбегайте. Ребят, копье ваншотает. Моя пати, ребят. Сразу реагируйте. Пять. Моя пати. Смотрит. Сейчас скоро метка безликого, по-моему, будет. Надо будет убежать. Опять моя пати. Побежали. Так, давайте врага доливайте. И теперь в босса. Берса, прожимайся. Другая пати побежала, кружочек. Все, маны нет. Касс сбить. Задний рывок. Давайте, задний рывок. Добивайте босса. Бегайте, отбегайте с меткой, ребят. Вау. Она хилит очень здорово. Бегайте. Да, ты что, не можешь отбежать, ё-моё. Касс. И вы тоже от метки отбегайте, рейд. Помогайте. Ты вандерни там, не знаю, у меня маны нет. Отбежали. Добиваем. Молодцы. Отказывайтесь, я сейчас разролю. Быстро мы будем убивать йога. Кто может нашу войну зайти? Я бы локом просто хотел башку залутать. Олегас, будь другом. Третья паки там. Заговорить? Будь другом, говорю, назначишь, кто в комнату пойдет. Пока отдохну. Глаза что-то устали. Давай, пока вот, короче, дебаф висит, надо убить. Да-да, дебаф. Все верно ты сказал. Там один зал выстрел положит всех. Сань, тряси, ты знаешь, что там в комнате за ретрика делать, да? Там комната с королем или что, бабл жмешь? Нет, все, ты в комнату, скорее всего, пойдешь. Там. Четко все делаешь. Так, куплю фласку РДД, квадрикадри обмен. 100 голд. Могу 110 дать. Давай 110, даю обмен. Так, а кто еще может пойти в комнату? Альпич, ты был в комнате? Альпич? Да, да, могу. Я могу на рестер шамана зайти похилить комнату, не все равно. Давай я найду кто-то. Альпич шарит в ДЦ, если что, он может гимн дать, по-моему, так. Смотри, как ты подхилил.
Тогда Альпич ДЦ. Ну вон там вот, 3-4 партия. Ну я уже в ШП спекнулся. Ну спекнулся. А, Мисао, ты знаешь, что в комнате делать? Нет, я там не была ни разу. Ладно, это да. Вы мне скажите, я пойму. Ты пропал, Олег, если ты еще поговоришь. Мне дар речи потерял. Просто заходишь в комнату и отворачиваешься от черепков и все. Я сделал цукин спекайся протопала. Летаем, пойдешь в комнату? Тебе на, тебе башка не надо уже? Я бы мог косовой остаться, чтобы мы быстрее комнаты перевели. Ты зайти на рестер шамана. А чё, оставайся, он летаем, нормально дамажит. Там, ребята, смотрите, за локов в комнате очень просто дамажить, если комната с королем лечом, либо это, круговая, не помню, как она называется. Короче, просто тыкаете огненный ливень и отворачиваетесь. Если комната где с драконами, надо по кругу там бежать, вы порчу развешиваете. Олег, ты на шамана заходишь? Да. Чудо, я тогда могу комнату. Погодите, а вот сейчас прерву вас. А вот предопогоди, ну что делать, Сизили Цукиня? Я объясню все. Пати сейчас укомплектуют. Бить щупальца, а на последней фазе мобов с рейда забирать, чтобы они никого не убили. И ты еще Джагу, короче, на третьей фазе на замедление выносишь на панель и мобов всех замедляешь. Отворачиваешься спиной к боссу, и вот где вот мы сейчас стоим, слышишь, Паладин? Вот сюда, короче, трэш отводишь. К дверям, да? Да. Ну а мы будем там стоять, вот, недалеко от Сары. В центре там босс будет. Я крушанул, возьми. Я с Рейку посадил.